1876 году в Болгарии, которая на тот момент находилась под властью Турции, разразилось народное восстание, вошедшее в историю как одно из самых кровавых. Османцы подавили бунт с особой жестокостью, весть о которой облетела весь мир. Были уничтожены целые поселения, вырезаны старики, женщины и дети. Маковский, желая быть в гуще происходящих событий, отправляется на Балканы и продвигается вслед за воюющей с турками русской армией по Сербии и Болгарии, а по пути делает зарисовки. Так появились болгарские мученицы. Драматические сцены не свойственны Маковскому. На его полотнах чаще всего появлялись яркие праздничные гуляния и прекрасные боярышни в расшитых золотом платьях. Однако, несмотря на чуждый для себя сюжет, художник блестяще справился с задумкой и в короткие сроки создал масштабное произведение. Картина выполнена в стиле академизма, но Маковскому удалось избежать нарочитой напряженности и налета театральной трагедии, который был присущ историческим работам русских живописцев. Кроме того, являясь страстным поклонником всего прекрасного, художник не удержался и добавил драматическую сцену, обнаженную натуру. Центральный женский образ написан Маковским с собственной супруги Юлией Павловной Литковой. Художник считал ее воплощением красоты. Существует также предположение, что ребенок – это его сын Сергей, будущий поэт и художественный критик. Изображение получилось по-настоящему пронзительным. Полотно характеризуется этнографической точностью костюмов, антикварной красотой деталей окружения, а также звучным колоритом, возможно, даже чересчур ярким для такого сюжета. Еще одно выразительное средство в работах Маковского – светотень. Для прорисовки воздушной среды использованы приемы импрессионизма. Маски легкие, размашистые и свободные.